Мы на дачу теперь заезжаем. Даже не каждый день. И, кстати, пузыреплодник вымахал так. Надо будет тоже его обрезать. Но это я сделаю завтра. Надо срезать анемоны. Смотри, все. Ой, и эти пожелтели. Мам, дорогая, все надо убирать. Клумбу надо убирать. Кстати, шнеебаль тоже надо обрезать цветы. Дождик был. Все намочил нам. Так, и цветочки тоже надо срезать. Хай, Кристиан! Ну вот, готовимся потихонечку к зиме. Утеплили горшок со сливой. Надо еще сверху чем-то закрыть. Сейчас картоном, наверное, закроем. И накрыли мебель. Кстати, чтобы вода не наливалась, закрыли все фанерой. То есть такой ямы здесь не будет от воды. Вода вся будет стекать. А шнеебаль... С ума сошел. Ты весенний цветок. Ты зачем цветешь опять? Куст. Куст набирает бутоны. Надо же. Молодысь. Я тебя обрезать собралась, а ты зацвел. Ну вот. Укрыли горшок окончательно и бесповоротно. Войлочную такую прокладочку я положила туда. Остальные ждите. Дойдет до вас очередь. А это мы пытаемся не выкапывать на зиму георгин. То есть сделали там контур, засунули туда спанбонд старый, рваный. Вон в дырочку видно, как мы все закрыли. Сверху положили ведро, ведро с дыркой, чтобы, ну, хоть немножечко было проветривание. Надо ее от дождя как-то, наверное, приклеить чуть-чуть вот так. Дырочка пусть будет, но и... Воздух туда попадает, да? И сейчас мы закрепим это ведро по периметру. Посмотрим, что получится. Я не знаю, я так никогда не делала. Но мне не хочется выкапывать эти георгины каждый год. Достаточно гладиолусов с меня. Вот этими штырями пытаюсь прикрепить ведро по периметру. Будет держаться, нет? Ну что, выдержит? Пытаемся вот собрать таких вот штук сзади. Вот такую вот штуку. Они где-то были, Сереж, в сумке в какой-то. Сейчас я найду тебе. Хотя в нашем сарае трудно что-то найти. Так, и эту штуку мы хотим все-таки поставить на грядку. И выращивать там, ну, петрушку, например, да, Сереж? Что тут еще можно в зимой выращивать? Ну, да. Скорее всего, только зелень какую-то, петрушку. А на весну, кстати, можно ее использовать и для рассады. Да. И каких-нибудь цветов, скорее всего. Она там не лопнула какой-то, вот там что-то такое вот на ней? Это грязь. А, грязь, окей. Эта тепличка нам досталась вместе вот с этой грядкой Лего в подарок. От немцев стареньких, пенсионеров. Не таких и юных пенсионеров, как мы. Да, Сережа? Да. Кстати, такая была история с этой теплицей смешная. Когда мы увидели, что ее... Не теплица, а грядка, в принципе. Когда мы увидели, что ее отдают, мы сразу написали, да? Но дед этот сказал, что... Это Кляйн-Анцайге, Цуфершенкин. А дед сказал, что все, уже как бы поздно мы позвонили, уже грядка с тепличкой ушли. Про тепличку, кстати, слова не было, да? Только о грядке шла речь. Это уже потом приятным бонусом была эта тепличка. Вот. И дед сказал, что уже все, уже как бы он ее отдал. Наверное, на следующий день, да, или через день это случилось, мы замечаем пропущенное сообщение от него. Но поскольку мы увидели его только вечером, конечно, тут же мы написали. А дед, кстати, нам написал, что не приехали эти, поэтому, если хотите, можете забрать. Естественно, мы ее пропустили, это сообщение. Тут же вечером мы ему написали деду. Дед говорит, сори, уже другие ее забирают. Вы же не ответили? Все, завтра ее заберут. Мы, конечно, расстроились. Ну, что делать, что делать?
На следующий день он нам опять пишет, что и те не приехали. Попали в какую-то пробку, как потом выяснилось. Они торопились и не смогли забрать. Мы тогда сказали, все, мы срочно едем. Прицеп нужно брать? Он говорит, берите. И вот мы бегом с этим прицепом, с нашим, приехали, забрали эту грядку. Короче говоря, она нас ждала. Через троих желающих ее забрать. Да, Сереж? Через двоих, мы были третьи. Когда она твоя, она тебя дождется. Обязательно. Да. Вот она нас дождалась. Грядка. А когда мы эту грядочку-то взяли, вот он нам заодно дал эту пленку медную. Это дед нас этот сориентировал. Что хорошо от шнеки помогает она. Ну да, так, условно, хорошо. И вот эта вот тепличка была приятным бонусом к этой грядке. Вот такая красота. Ну вот, готово, мастер. Почти. Почти готово. Ага. Слушай, ну тогда я что? Тогда сейчас я горчицу закопаю, да, и перенесем сюда петрушку, да? Да. Может, еще что посеем? Надо только вот этот край закрыть, Сережа, какой-нибудь досочкой или чем. Да, да. Окей. А вот еще одно место подготовили к зимовке. Супер. О, как. Супер. Открывается она как? Ага. Вон как, отлично. И подставляются туда вот эти штучки, да? Чтобы она открытая была. Это когда открывают. Когда закрывают, они защелкиваются наоборот. А. Так. Это, значит, ее можно открывать. И как ее закрывать, чтобы не, не унесло крышу? И они как защелки работают. А, вот. И раз. Смотрите, какая. Вот так вот. Ох, да. Разобрались. Ну вот, все. Гениальная немецкая инженерная мысль. Все в одном флаконе. Все в одном флаконе. Так, ну давай, открывай. Я буду сейчас горчицу убирать и будем туда пересаживать петрушку. Может, что-то посеем, да? Да. Пока там тепло, может, зайдет. Сюда я уже пересадила. Из этого горшка пересадила сюда петрушку. Я надеюсь, она уже с корешками, она уже такая крепенькая. Посмотрим, как она пойдет. И пойдет ли. Там ей будет тепло, я надеюсь. Как легко закрывается, смотри-ка. Раз, и все. И вон она там зелененькая. А вот какие штуки сняла с вишни, с одной. И вот пора уже, наверное, и с другой снимать. Вот сколько вредителей защитили нам эти липкие ленты. О, хорошая штука. До сих пор, кстати, они липкие, Сереж. Они до сих пор еще работают. Мух нет уже. А чеснок начал прорастать. Не есть гуд, конечно, но... А что делать? Ничего страшного, не случится. Насчет деревьев. Деревья мы уже обрезали. Мы это уже сделали. Но деревья у нас молодые, поэтому сильно тут проблем нам не составили. Тем более, к нам тут специалист приезжал и все нам подсказал, как делать. Формируем чаши. Пытаемся формировать. Это вишня. Это черешня. Это Мирабелла. Все обрезано. А цветочки, кстати, продолжают нас радовать. Так, так неожиданно, да? Конечно, они погибнут в мороз. Жалко. Хотя, смотри-ка, несмотря на то, что плюс 10 на улице, они набирают бутоны. Следующие бутоны на подходе. Вот это Космея. Вот это ты меня удивила. Космея, ты космос. И, кстати... Вот эти цветочки, да, это бархатцы, что ли, такие красивые, они тоже набирают бутоны, цветут и украшают сад. Здесь насажали тюльпанов везде. О! Эту черешню пока оставили так. Посмотрим, как дальше ее формировать. Вон у нее плодушки уже, поэтому я не стала ее сильно обрезать. Абрикосина Нэнси. Тоже ее обрезали. Но здесь у нас как бы еще есть выбор. Вот эти две ветки, посмотрю, как они пойдут. И вот эти три. По-хорошему, среднюю бы надо убирать. Я согласна. Но на ней тоже плодушки.
Поэтому не хочу пока этого делать. Но тоже формируется она вот так. И, кстати, надо поснимать все вот эти медные причиндалы со всех деревьев. Это надо убрать. Когда мы обработаем деревья, наверное, на следующей неделе, то нужно будет замотать их тканью, стволики. Мы их не белим, мы обматываем их. Они еще молодые. Компостер надо разбирать. Мы тут навалили земли. Вот тут станут еще два компостера. Займемся ими на следующей неделе. И эта земля уйдет либо в компостеры, либо засыпем ямы. Ям у нас полно. Участок неровный. Вот опять же ямы будем ходить и засыпать. Это старая яблонька. Тоже обрабатывать будем ее и железным купоросом, и весной медным. И это тоже молодая яблоня, которую мы посадили прошлой осенью. И для нее тоже мы сделали обрезку. Больше пока мы ничего делать не будем. Она вот такая вот. Ветки не пересекаются, друг другу не мешают, не трутся. Внутрь не смотрят. Юльку тоже подрезали. Юльку подрезали, укоротили ей ветки и убрали нижние ветки, совсем нижние. Не очень мне нравится, как вот эта ветка вверх пошла. Подрежу по весне, может быть, ее на внешнюю почку. Она должна пойти туда. Посмотрим. А файги... Все. И вот вопрос. Ветки лежат на земле. Я хочу их обрезать. Вон сколько веток. Раз, два, три. Три ветки лежат на земле. Их нужно резать. Не хотелось бы это делать в зиму. Но, видимо, придется. Ну, плодики еще жесткие. Я собрала, кстати, недавно много плодиков. Много фруктиков. О, готовые. Вот такие вот они сейчас мелкие. Нет, подружка. Все. Файги. Все, кранты ей пришли. Зимние. Плоды я сниму. На зиму. Я не оставлю ее с плодами. Хотя говорят, что когда бывают оттепели, она даже может этот урожай дозревать свой. Нет, не будем мы этого делать. Обрежу я нижние ветки, укорочу. Да не укорочу, а прям обрежу. И немножечко ее, наверное... Хотя я смотрю сейчас, вот эта часть прям замечательная. А здесь густовато. Вот здесь я ее прорежу немножко. А эту оставлю как есть. Но файги все. Жалко как. А юки по барабану. А она цветет. Вдруг начала цвести у нас она осенью. Обычно весной же она цветет, да? Вот такая вот красавица стоит. И лавр великолепен, как всегда. Виноград. Виноград нужно удобрять, мы еще не делали этого. И его можно уже подрезать, но пока листья не опали, обрезать мы его не будем. Вот у Кристиана совсем другой сорт винограда, да, винный виноград. У него почти все листья облетели. А на нашем еще полно листвы, поэтому мы его пока сейчас не трогаем. Боже мой, кто-то работает. У Кристина дымок из трубы. Жизнь продолжается. Хотя и осень, и зима. Все закрывают сезон. А у нас сезон круглый год. И зимой, и летом. Сережа идет навстречу. Ну что, Сережа, все? Поехали? Я тебе две файги нашла. И вот еще один вопрос. У меня есть вот такой горшок. Один. И второй еще есть дома на балконе стоит. Я его привезу. Я хочу их оставить здесь в павильоне и посадить сюда цветы. Ну, какие-нибудь любые. Однолетние, многолетние, неважно. Которые цветут все лето. Голову сломала. Может быть, идеи есть у кого-то? Что можно посадить в горшок, в кашпо, чтобы цвело все лето с июня по сентябрь, октябрь как минимум. Вот еще один день прошел. Дачный, удачный. Кое-что мы добавили к нашим заботам, кое-что сделали. И, кстати, горчицу решила оставить так зимовать. Прикроет клубнику.
клубника цветет еще до сих пор. И потом весной посмотрим, что с ней будет. Или зимой она уже придет в себя. Может, еще клубника нам даст ягодки в гуще фацелии и горчицы. Посмотрим. Рабочий день закончен. Уже, кстати, темно. Времени без 10:05. Но осенью всегда так. Ну, какой замечательный парничок поставили, да? Просто супер. Дел полно. Приедем еще, дача. Не скучай.